Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Lista SP50. И в этом видеоролике мы вам покажем, как почистить историю браузера на этом устройстве. Для этого мы открываем наш браузер. Я буду делать на примере Chrome, но обычно это на всех браузерах делается примерно таким же образом. Дальше в правом верхнем углу нажимаем на три точки или вообще там красная кнопка, если у вас не будет какого-то обновления загружено. И выбираем пункт «История». Здесь мы слева сверху видим «Очистить историю» или мы можем удалить какой-то отдельный сайт, нажав просто здесь на крестик. Если вы хотите очистить историю за более длинный период времени или за... или большое количество просто сайтов, то вы выбираете настройки и видите временной диапазон, за который будет очищена данная история, то есть за последний час или за последнее время. Что именно вы хотите настроить, а также в дополнительных, вы можете выбрать более подробное, то есть вы можете очистить файлы куки, медиалицензии и другие вещи, после чего нажимаете «Удалить данные», нажимаете «Очистить». И после этого у нас в истории больше нет никаких записей. На этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!